корчму. Вот есть чудище, а приходит... Ай! Ты видел чертежи? Странный дракон. Ты дрался с драконом. Но почти плоско. И в воду входит только на дверь. Вербена, лебесток, ромашка. Ромашка, зачем? Чужеземцы тоже могут поплясывать. Что честь и слово границ не знают. Да хранит тебя, Фрея. Чего вы от меня хотите? Ну что там? Вот порядочные люди. Чего тебе? Я хочу драться. Скажи, как будешь готов? Расскажи о правилах турнира. У нас дерутся все. Юноши, чтобы показать силу и храбрость. Зрелые воины, чтобы не потерять навык. В Новиграде и в Велине проходят похожие соревнования, но там обычный мордобой. А у нас каждый бой – маленький праздник. Я готов драться хоть сейчас. Сперва я хочу поговорить с чужеземцем. Тут такое дело. Эрика, видишь ее? Я должен сегодня победить. Она ж смотрит. Я знаю, что мне тебя не одолеть. Разве что ты сам позволишь мне выиграть. Договоримся, что в первый раз я поддамся, но потом мы устроим еще один бой и победит сильнейший. Хватит болтать! Начали! Ты одел острый! Иди сюда! Черт! Плечом к плечу! Пора заканчивать. Тюлени вытерты. Плечом к плечу. Выиграл чужеземец! Ты же обещал. Слюнтяй. Она того не стоила.
Еще два поединка, и ты получишь шанс стать лучшим бойцом на Скеллиге. Но сперва победи Эйнара, он живет на Фарера, и Грима из деревни Хальмштайн на Артскеллиге. Я-то издалека таких, как ты, узнаю. Такой ли ты крепкий, как выглядишь? Надо тебе подольше. Чего надо? Ближе не подходи, опалишься. Что у тебя есть на продажу?
что у тебя есть на... До свидания. Старый мир, что у него в костях лод. Вперед, плотва! Чего надо? Я ищу Хаммонда. Зачем? Дело есть. В это время он обычно молится в часовне на пригорке. Если хочешь купить рабов, придется подождать, пока он закончит. Молится? Из того, что мне о нем говорили, мне не показалось, что он такой набожный. Все, кто с ним знаком, это знают. Еще один лазутчик. Вы знаете, что делать? Ну, сколько мне еще ждать? Thank you.
тебя, стадо козло! Хорошего понемножку. Oh!
Вперед, плотва! Боги моря, я никогда не жалел для вас даров. Пошлите мне новую победу, чтобы я мог принести вам еще одну жертву из моей добычи. Не обращай на меня внимания. Чего, сука? Говорят, ты был в банде Таулера. Ты, сука, говори, чего тебе надо. Ну давай, ублюдок, выкладывай. Я ищу Бертрама Таулера. А ты, сука, кто еще такой? Знакомый, одной твоей знакомой. Я ищу Таулера и думаю, что мы можем как-нибудь договориться. Опять кому-то в Новиграде не по вкусу наши дела. Долбаные гильдии. А вы чего стоите, мать вашу? Мочи его! И покойник! Но пошла. Thank you.
Однако найти меня было непросто, поскольку, как узнал ведьмак, я перешел дорогу воротилам новиградского преступного мира и исчез. В конце концов, Геральт выяснил, что я попал в застенки храмовой стражи. С помощью друзей Геральт в конце концов сумел освободить меня. И правильно сделал, потому что я знал, что случилось с Цири. К сожалению, девушки уже не было в городе. Спасаясь от преследования Громила, затем попав в окружение храмовой стражи, Цири вынуждена была телепортироваться. Куда она попала, этого я тогда еще не знал. Известно, дышит. Иногда они еще дышат, когда их течет. Я тебя обниму, грязной. Что так поздно? Таулер, кажется, в Новиграде и по-прежнему ведет какие-то общие дела с Хаммондом. Я тоже кое-что узнал. Он по-тихому торгует живым товаром. Корабль у него есть. Жемчужина берега. Ходит отсюда на Скеллиге. Сменил имя. Теперь он Роланд Тройгер. Уважаемый новиградский купец и филантроп. Живет он в Золотом городе. А что с Зелисой? За нее было некому заступиться. Тебя же со мной не было. Ладно, пойдем проведать Таулера. У меня есть план, как проникнуть внутрь. Если твой план не учитывает стражников, наверное, придется его пересмотреть. Подожди, пока сами не начнут. Вас ждут. Прошу за мной. Чувствуйте себя как дома. Ведьмак. Позвольте представить мою жену Летицию и двух моих карапузов. Вы знаете, кто я, и я вас наслышал.
Вы много обо мне расспрашивали, а на такие вещи я всегда обращаю внимание. Из какой-то школы? Из школы кота. Нас мало осталось. Ведьмаки не могут иметь детей. Но могут их усыновить или принять под свой кров вместе с матерью и признать своими. Могу представить, как ведьмак становится наемным убийцей, но купцом. А почему нет? Каждый из нас когда-нибудь мечтал изменить жизнь, а я решил, хватит мечтать. Говорят, ни один ведьмак не умер в постели. Я собираюсь стать первым. Это мы еще увидим. Мой друг хотел бы с тобой поговорить. Забери детей, Летиция. Гости хотят поговорить со мной наедине. Я слушаю. Геральт, говори ты, а то меня сейчас кондрашка хватит, и я порешу ублюдка на первом слове. Твоя жена знает, кем ты был? У нас нет друг от друга секретов. Каждый день она молится за меня. И знаете что? Кажется, это действует. Твою мать! Спокойно, Ламберт. В тот день, когда я сделал ей предложение, я признался ей во всем. И с того дня начал новую жизнь. Ты еще помнишь ведьмака Айдена? Убийство в Эландере. Хорошо оплаченные, как я догадываюсь. Я помню и его, и других. И обо всем сожалею. Только вот с Айденом все было сложнее. Что бы там ни говорили, мы не собирались его убивать. Нам пришлось, когда он на нас напал. Как, по-твоему, было дело? Айден принял заказ расколдовать дочку герцога. Взял деньги, напортачил и уехал, когда девушка умерла. Ты лжешь! Мы не должны были его убивать. Мы просто собирали долги. Денег у него уже не было, и мы потребовали его мечи. Он отказался. Начался скандал. Виена сидела в укрытии, и ее подвели нервы. Она всадила Айдену стрелу в глаз. А потом начала рассказывать собственную версию этой истории, чтобы замазать свою вину. Довольно рассказов. И что теперь? Ты действительно изменился. Теперь единственное, что для меня важно, это прощение. Ты поверил в эту чушь? Этот ублюдок врет, как дышит. Оставим его, пойдем. Ты охренел? Ламберт, это один из тех случаев, когда нужно сдержать бешенство и довериться тому, кто еще способен думать. Пойдем. Сука, Геральт, ты что? Пойдем, я сказал, ты всегда сможешь вернуться. Благодарю тебя. Объясни. Не собираюсь. Просто я решил, что Таулер не заслуживает, чтобы его хладнокровно убили. Если ты считаешь иначе, можешь к нему вернуться, но без меня. Как бы я хотел дать тебе по морде. Мы еще встретимся. Когда-нибудь. Бывай.
шляйся тут. Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. На месте оказалось, что друид Мышевур запретил Йеннифер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить. Вчера мы наделали. Теперь помедленнее. Где плотва?